Пора обновить интерьер и навести уют. В отделении гастроэнтерологии Ульяновской областной больницы собираются делать ремонт. Планируется замена сантехники, отделочной работы и обновление мебели. Буфет сделают современным и красивым. Также установят душевые кабины, чтобы пациентам было комфортно. На преображение двух этажей отделения в региональном бюджете заложена определенная сумма. На ближайшие два года, на 2021-2022 год, нам выделено 35 миллионов рублей. Эти деньги планируется потратить на проведение капитального ремонта на 6-м и 7-м этаже нашего корпуса, провести полный капитальный ремонт гастроэнтерологического отделения, которого не было с момента строительства корпуса. На данный момент в отделении находится 63 пациента. Некоторые из них проходят лечение часто именно в этой больнице. В отделении мне нравится квалификация докторов. То есть здесь оказывается медицинские услуги на достаточно высоком уровне. Но что не нравится, это, конечно, уделить качество питания и бытовым условиям. Средства на ремонт отделения будут поступать частями. В 2021 направят 17 миллионов рублей. Оставшаяся сумма будет перечислена в 2022 году. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ул-Правды ТВ.